В общем, ребятки взяли рыбку. Две штуки в Красном Яре. Самый интересный момент, как для нас, так и для детей, это когда мы смотрим, что внутри. Да. Что там может быть? Икра или? Молоко. Так, сейчас будем нарезать и посмотрим, что внутри. Так, ну и что тут сразу видно, что попалось у нас? А что это? Молоко. А во второй может быть другое. Икла. Попалось молоко. В общем, почему-то редко попадается, да, икра? Да.